Обычно заводчики не хотят тратить время и средства на бракованных щенков. Им проще избавиться от малышей. Именно так случилось и с очаровательным крохой по кличке Август. Щенок французского бульдога появился на свет слишком маленьким. Он был на грани жизни и смерти, и никто не знал наверняка, удастся ли малышу выжить. Августу повезло, заводчики не стали его усыплять, а просто сдали в центр помощи животным. Перво-наперво щенка осмотрела ветеринар. Оказалось, что у малыша врожденная патология, называемая волчье небо. Из-за этого заболевания кроха не мог полноценно кушать и не получал питательных веществ с молоком матери. Именно из-за врожденной патологии малыш так мало весил, как следствие, у Августа развелась еще и гидроцефалия, которая оказывает давление на головной мозг. Было заметно, что щенок отстает в психологическом развитии. Меган понимала, что операцию Августу делать нельзя, поскольку тот еще слишком мал. Для начала щенку необходимо немного подрасти, поправиться и набраться сил. Меган придумала, как сделать так, чтобы малыш мог усваивать все питательные вещества от пищи. Она стала кормить его через специальную питательную трубку, и уже через 8 недель кроха смог сам кушать маленькие кусочки хлеба. А совсем недавно Август впервые вышел на улицу. Сложно передать вам щенячий восторг, который испытало это животное. Теперь он мечтает о том моменте, когда вновь сможет уткнуться влажным носиком в зеленую траву. Кстати, в доме у ветеринарного врача Меган есть и другие животные. Собака по кличке Юнона очень тепло встретила Августа. Кажется, она решила, что какое-то время сможет побыть крохе мамой. Юнона ухаживает за щенком так, словно это ее собственный сынок. Когда Август еще немножечко окрепнет, Меган сделает ему операцию. У щенка есть все шансы, чтобы стать крепким, здоровым и счастливым псом. Поскорее поправляйся, малыш.